Стартовал осенний призыв, и в городе начались первые заседания призывных комиссий. Осенью на мероприятия, связанные с призывом, будут вызваны порядка 600 человек. Но это не означает, что всех их ждет служба. В вооруженные силы попадут порядка 160 человек, и окончательные цифры станут известны только после получения планов отправок. По ряду причин, включенных в действующее законодательство, многим будет дана отсрочка. Кроме этого, есть и определенные нововведения. Изменения произошли у нас в федеральном законодательстве. Ну вот вы все слышали, да, что ребята могут идти на контрактную службу, имея высшее образование, если есть у них отношения от командира воинской части, здоровье и все остальное. Вот это самое, ну, может быть, злободневное для наших ребят, что какое изменение. Остальные все виды отсрочки, освобождения от призыва, как они были, так все остались. Они не отменялись, не видоизменялись. Члены призывных комиссий надеются, что призыв осени 2014 пройдет без сбоев. А еще хочется добавить, что на прошедшем учебно-методическом сборе Оренбургская область была отмечена как одна из лучших по призыву солдат-контрактников в Приволжском федеральном округе в 2013 году.